Я, походу, у тети Лены дома. Точно, я у тети Лены. Мася, привет. Так, я не поняла. Блин, что ты лазишь там? Мы не в шифонере. Что ты тут делаешь? В бабкиных платьях роется. Что ты тут ищешь? Чтобы это был первый и последний раз. Ладно, я... Лазит по шкафам у меня, надо проверить все. Ладно. Трусы мои тут ищешь, блин, ходишь. Да у меня своих хватает. Нюхаешься тут. Я уже третий месяц одни и те же. Пакость такая, сейчас поедешь у меня в садку обратно. А, ты еще чахоточный. Чехоточный! Меня на собаку аллергия! Леди Фас! Иди отсюда! Ко мне! Приехал, ни родины, ни флага, еще и чихает! Ну и что у всех бывает? Аллергия у них, какая у тебя аллергия? Как... собак! Я не болею коронавирусом, нечего было собак здесь своих заводить! Одевай намордник, маску одевай, вон там есть, я тебе сейчас дам! На маску вот эту выбирай! О! Козырный диванчик. Какую? Че, как ее надевать-то? Ну как? Чтоб аллергии не было у тебя. Че она у тебя какая-то? Это у вас так в Краснодаре все ходят так? Да, у нас так ходят все. Ладно, давай без этой порнографии. Слушай, проветри комнату, а? Это брюлики или что это? Это хрусталики Сваровски, и ручонки свои убирай оттуда. Люблю, когда все включено. Что, я теперь в безопасности? В безопасности, все нормально. Блин, как в обсервацию-то позвонить, чтобы его забрали, приехали? А что кушать-то будем? Ты он мне нужен. Тетя Лен, что кушать-то будем? Мы спать уже ложимся. Ничего. Никто не ест. Алло. Я знаю, что у меня один день остался, и чё? Я обещал сделать, я сделаю. Всё, не отвлекай. Ну чё, тетя Лена, где голубцы-то? Где? Ты же отказался. И чё? Я чё, ещё перед тобой тут буду, что ли? Мне не до тебя. Деловой. У нас там обслуживание. Ну ладно, тетя Лен, что ты, не обижайся, я погорячился, передумал. А коврик-то персидский? Персидский. Тетя Лен, а вы медали-то храните бабушкины? Какие бабушкины? Да ладно, никакие. Чё ты опять там? Голубцы просто вкусные. Вот козлёныш. Ты у меня смотри, я тебя предупреждаю. Не ходи, не нюхайся тут, не для тебя приготовлено. А то я быстро полицию-то вызову, у меня тревожная кнопка в кармане. И будет тебе чики-пуки. Лови маслину, бабка. Я сейчас половлю маслину. Смотри там за ним, чтобы он нигде не лазил. Как только куда полезет, запрещенное. Я знаю, что я умею это делать. Запрещенное место, сразу мне говори. Баба, он лазит там-то, там-то. А то останемся с тобой с голой задницей. Давай садись, кушай, будем. Козырное седалище. Офигенный хаусик. Я спать. Не шуми тут. Ой, сынок. Слушай, ну я не знаю, что делать.
Он роется в шкафах у меня здесь. Я его сейчас застекла, в комнате закрылся, в шкаф залез. Роется и про какие-то медали спрашивает у меня, про бабушкины медали. Это про черную сумку лакированную, которая там в шкафу лежит, про эту? Надо посмотреть мне. Ну, он сейчас там сидит, я не буду показывать. Ну, ладно, тут, сынок, тогда пока. Золото тоже надо спрятать. Что, теперь с тобой это все таскать буду?